Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новую серию по криминалочке, играем как всегда на Радбире на пятом сервере. И, друзья, знаете, я, конечно, не нагнетатель, но обстановочку я бы сейчас понагнетал, потому что сейчас, вот, что вы понимали, время 21:22. Я вот отвечаю вам, что, ну, где-то с часу дня я пытался пробиться на сервер, происходит какой-то просто пиздец. Ну, конечно, я не буду говорить, что я прям сидел и прям вот все это время пытался, но, как бы, знаете, периодически, раз, наверное, заходов, блядь, 13-14 я точно сделал, и каждый из них был, ну, минимум, это минимум, минут по 10-15 я ждал, и... Ладно, все, короче, я сейчас реально боюсь, чтобы меня не кикнуло, блядь, не крашнуло, ничего не произошло, потому что сейчас происходит какой-то пиздец, до самой глубокой ночи, я так понимаю, все сервера вообще забиты, и поэтому пробиться очень-очень сложно. Короче, друзья, проще говоря, вышло обновление, весеннее, наконец-таки, ну, с одной стороны, наконец-таки, с другой стороны, знаете, сейчас будет не хватать этого зимнего хендлинга, потому что, естественно, он убран, и как, в принципе, и вся зима. Значит, весеннее обновление под названием 4.3. Ну, как бы под нумерацией 4.3, 4.3. Короче, ребят, добавлено много чего интересного. Я думаю, что многие уже догадались, что сегодня мы будем смотреть, потому что это, если честно, пока мне вообще непонятно и очень интересно это затестировать. Но давайте обо всем по порядку. Значит, как по традиции, когда выходит обновление, я вам зачитываю основные ключевые всякие особенности, и потом мы уже с вами по ходу дела смотрим и изучаем. Короче, значит, добавили футбол. Я, если честно, ну, как бы, по скринам-то увидел, конечно, в группе Радмира, как это примерно будет выглядеть, но я безумно хочу сейчас это протестить, поэтому прямо сейчас я сразу введу GPS. Так, это в развлечениях или где? Ага, в развлечениях, в общественных местах, может быть. О, стадион, наверное, это там. Все, поставил. Так, значит, окей, даже, может быть, я не с того начал, потому что то, что вы сейчас вот как бы видите, да, я думаю, что многие, в принципе, заметили, что... График стал другой. На самом деле это вот... Какое уже получается? Четвертое, по-моему, у них... По-моему, четвертый раз, да, происходит что-то с графикой. И, честно говоря, предыдущий раз, когда они реально многое убрали, потому что, я так понимаю, что не у всех ПК вытягивало. Вообще, в принципе, по оптимизации там было, ну, как бы, моды, это всегда не очень хорошо для оптимизации. И, как бы, они что-то там убрали, стало, как бы, не так красиво, как было. Сейчас снова все заебись. Ну, типа, я думаю, что вы видите, да, что отражения снова на тачках другие. Если быть точнее, тут расписано отдельно. Сейчас мы сразу давайте перескочим в эту графу. Блядь, ну, я чемпион по жизни, поэтому я пробился на сервер, когда уже темно. А вы знаете, я в играх темноту не люблю в целом. Но все равно проглядывается, что что-то другое. Что конкретно пока непонятно. Я думаю, что днем было бы более как-то контрастнее и красочнее. Но, тем не менее. Значит, по графике написано следующее. Графика, значит, 3D-текст... А, это нет, эти прочие изменения. Графический движок. Каждое обновление мы дорабатываем нашу графику. Напомню, что мы отказались от от старого графического движка из-за его нестабильности и приняли сделать свой. В этой версии мы сделали более реалистичную воду. Ну вот опять же, блядь, хуй я на нее взглянул. Ну серьезно, типа, чё, черная вода. Прикольно, блядь. Но днем, к сожалению, я смогу посмотреть только на это позже уже, не сегодня. Так, значит, небо. Да, вот небо, кстати, реально, по-моему, поменялось, потому что оно было не такое. Небо вот действительно. Так, значит, проводится ощущение несколько других нововведений. Впрочем, предлагаем... Ну, короче, да, и отражение на тачках. Это прям вот заметно точно. Либо я привык просто к зиме, ну хрен знает. Может быть, просто из-за того, что машина чистая, не в снегу теперь. Но, по-моему, выглядит все заебись. Единственное, мне только непонятно, как-то очень тускло горят фары. И почему-то только реснички. На Майбахе, по крайней мере, на моем. Ну ладно. Значит, друзья, возвращаемся к самому основному. Это футбол. Тут расписано дохуя всего. Тут теперь есть, значит, во-первых, я так понимаю, сейчас, если я приеду... подождите, нужно еще получить футбольный сертификат. А это, наверное, там же и делается, на стадионе. Я вообще ничего не знаю пока. Это очень сложно, пацаны. Я, если вдруг у меня что-то не получится, я просто предполагаю, вы же знаете меня, это вполне возможно, то буду благодарен, если вы подскажете в комментариях, кто уже пробовал. Короче, тут какая-то система тренировок. То есть прям вообще, ну, я просто не представляю, как можно в Сан-Андреас реально, то, ну, как бы, я видел, да, там, систему баскетбола, систему футбола тоже встречал, но это выглядело как бы чисто для фана. Просто здесь это так преподнесено, как будто это прям пиздец. И честно, как бы, чё, пацаны, Радмир ФИФА? Такое, блядь. Ну, то есть это реально протестить, интересно очень, и как бы, ну, если это сделано реально круто, то это будет пользоваться спросом. Плюс ко всему есть... навыки футболиста, футбольные клубы, какие-то соревнования. То есть я так понимаю, что даже букмекерка есть теперь на Радмире. Офигеть можно. Так, рейтинговая система клубов.
Ну вот, в принципе, короче, большая система. Также еще была добавлена свалка, металлолома и аукционы. Я так понимаю, это типа контейнеры номер 2, ну типа только с другой стороны. То есть какие-то, может быть, там тачки. Даже, кстати, ну естественно, само собой были добавлены несколько автомобилей. И часть из которых, кстати, может выпасть, ну, если это можно так назвать, я просто не знаю еще систему, мы обязательно с вами протестим. Я просто не знаю сейчас, мне кажется, везде. Я боюсь подъезжать к стадиону, он же, правильно я понимаю, находится вот тут вот сейчас, да? Это... да, вот этот стадион. Ну, понятно, то есть нам сейчас надо с вами вот такой кружочек сделать. Короче, я, честно, боюсь представить, потому что реально онлайн просто, ну, максимальный. И как бы я думаю, что сейчас, конечно... Опять вертолеты у меня летают, блядь. Что происходит сегодня? Слышите это, да? Нормально, прям, блядь, прям как будто над головой пролетел. Вот, поэтому, соответственно, сейчас будет сложно, но очень интересно. Я просто боюсь представить, сколько сейчас людей должно быть у стадиона. Ну, логично же, что у стадиона это вся тема. Это, конечно, не точно, бля, так непривычно, что тачка не срывается боком, потому что Майбах был такой дрифтовый. Я вот, честно, не успел надрифтиться. Пацаны, напишите в комментариях, вы успели? Мне кажется, что многие... Нифига себе, это что сейчас был за трюк такой на велосипеде? Многие тоже... уже скучают по зимнему хендлингу. Вот, значит, свалка, я так понимаю, это типа, ну, свалка. Она, кстати, теперь где-то около Латыркина, или как он, я все не могу проговаривать просто нормально эту деревню. Вот, где-то там находится, и, соответственно, теперь можно там какие-то тачки, которые, видимо, подлежат утилизации, как бы, их можно оттуда выкупать, что-то типа такого. Я это так понял, по крайней мере. Посмотрим, опять же, потом уже, как это и что. В общем, ребят, это все по ходу дела уже. Так, стадион, и что-то мне уже не нравится, на самом деле, отсутствие людей. Подождите, а где подъезд-то к нему? С той стороны? Потому что мне кажется, что если бы это было тут, то, наверное, народ бы здесь сейчас тусил. Но что-то как-то... Нет, смотрите, какая-то тачка стоит. Поэтому вот сюда подъезжаем. Это что такое, блядь? Тесла и... это что-то... Что? Чего? Чего? Это не вход, типа? О, вход на... Так. Очень интересно, но нихуя непонятно, если честно. Почему здесь стоит булыжник, блядь, на входе? Так, пацаны, давайте спросим у Игоря Томатова, а стадион закрыт, что ли? Может, он подскажет, как бы, что происходит? Потому что, как бы, я сейчас немножко, как бы... Я все ожидал. Ожидал большой очереди, я не знаю, или еще что-то. Но здесь стоит Илон Маск на Тесле. И... кстати, появился вот такой значок. Да, там ремонт еще. То есть еще... Понятненько. Нихуя непонятненько, на самом деле. Короче, индикатор теперь, да, только очень странный индикатор, если честно, при наборе текста. Ну, как бы, то, что игрок печатает, мне кажется, почему именно такой? А чего ставить хотел? Футбольчиком думал заняться. Или это не тут? Не тут. Тут типа как... Да. Попробовать, так сказать. Так, подождите, обстановка сейчас становится... Я сначала расстроился, потом обрадовался, потом пиздец какой-то. Пока еще ничего не понял. Может быть, мне вообще не сюда надо? Не, ну вообще странно, да, что на стадион сразу. Мне просто очень интересно хотя бы глазком, блядь, глянуть. Да. Типа того. Бля, просто... как... Да, 92-й, блядь, я помню. Эх, блядь, чё мы тогда кубок какой выбрали? Выбрали, что выиграли во дворе. Было дело, было, да. Ну, так куда ехать-то? Игорёчек, подскажи, пожалуйста, родной, я просто не соображаю вообще нихуя. Почему здесь булыжник-то стоит? Ну, короче, тут что-то очень... Вроде сюда надо заявление подавать, чтобы играть, насколько я понял. Но пока ремонт... Тире никак, да? Охуенно. Нормально, я думал, я сегодня, блядь, уже стану ебать форвардом. Но сегодня я буду, походу, не форвардом. А что буду делать? А хуй знает. Так, ладно, походу мы сейчас поедем на свалку, пацаны. Если там тоже булыжник не стоит, блядь. Ну, думаю, да. Слушай, давай-ка сгоняем на свалочку новую. А то я, честно говоря, не до конца понял ее... местонахождение. Ну, так, чтобы наверняка, да? Сейчас опять по GPS. А поехали. Я за тобой. Все, пацаны, погнали сейчас. На Широне, на Майбахе уверенно на свалку едем. Только я обсох немного. Понял. Тогда... показывай дорогу. Давай так.
Поехали. Погнали, все, пацаны. Серьезные ребята едут сейчас это самое, на свалку. Решать вопросы, блядь. Так, короче, я нихуя не понял. Так, стоп, а у меня тоже, блядь, это самое, бензом проблемы. Блядь. У меня тоже уже на нуле. Ебать, вот сейчас вот если бы не посмотрел. Так а чё, куда я сейчас выйду-то, блядь? Сейчас обсохнем, блядь. Блядь, а запра... Вка тут... Блядь. Охуенно. Вот как можно было, объясните мне, пожалуйста, вот, вы понимаете вообще мою уда... Вот как, насколько... Насколько, блядь, мне вот должно вести? Сейчас подъедет человечек. Нет, это, конечно, все заберет. Отлично, отлично. То есть, понимаете, да, как бы... Встретились с чуваком, он на Широне, я на Майбахе, и мы оба обсохли в один и тот же момент, грубо говоря. Так что, пацаны, что я могу сказать? Ждем человечка и едем на его машине, буду пассажиром, хотя посмотрим на свалку, раз пока непонятно, что с футболом до конца. Ну, в любом случае, сегодня взглянем на графику тогда, посмотрим, что на свалке происходит, хотя я думаю, там сейчас вообще очень много народу, хотя, возможно, там такая же система, как и с контейнерами, что это только раз в неделю, ой, фу, блядь, раз в неделю, раз в сутки или что-то типа того. Поэтому, пацаны, ну, как бы это самое. Буду держать в курсе, но надо на свалку прокатиться в любом случае. Надеюсь, там булыжники, блядь, на входе не лежат. Ну, что я могу сказать, ребят? Такси очень даже неплохое. Range Rover. Да, и парень в шубе за рулем. Как бы вот такие вот движ... Мы еще с СГУ, да? То есть, типа, нормально. Ну, нормальное движение. Короче, ребят, пацаны едут на свалку, как бы. Выглядит это примерно так. Вот на Range Rover 3/4 номерочек, СГУшечка. Все нормально, как бы, вообще все в порядке. Единственное, только на футбольчик, видите, не попали. Ну, как бы, ладно, разберемся. Порешаем вопросы, как говорю. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо, я пристегнулся, кстати. А то мало ли, как это самое обернется судьба злодейка. Короче, ребят, значит, вообще охуенно получается, да? Пробился на сервер, футбола нет. Графику толком не посмотреть, потому что, блядь, темно. Сейчас вот реально я даже не удивлюсь, если на свалке что-то как бы, ну, это самое, ну, пойдет не так. Скорее всего, так и будет, потому что, ну, вряд ли там, ну, если бы это было, знаете, такое на постоянке, там, наверное, сейчас тогда должно быть вообще очень много игроков. И как бы там, наверное, творилось бы не пойми что, потому что каждый бы хотел что-то там выкупить. Опять же, до конца пока непонятно, что там. То есть, я так понимаю, там будут и редкие тачки, и какие-то... Тачки нередкие, но по какой-то хорошей цене. То есть это какая-то же история должна быть. Поэтому, ну, в любом случае это интересно. Потому что с контейнерами, когда тема добавилась, вот это все равно, ну, это прикольно. Вот, поэтому в любом случае мы хотя бы сейчас, наверное, что-то поймем. Вот что-то мы должны понять. Так, а что-то я еще, по-моему, упустил. Что-то еще было добавлено. А, деревня новая, лесная. Новая деревня. Так, отлично, в ней есть несколько бизнесов. Новый интерьер банков. Угу. Так, 3D-тексты больше не мешают на экране во время использования интерфейсов. Они мешали когда-то? Мне не мешали. Установим второй гараж для чип-тюнинга. Вау, а где он, блядь, находится, интересно? Значит, новые тачки. ZR1 корвет. Это хорошо, правда, сосед... Ой, блядь, вот это сейчас, блядь. Там какие-то опасные пацаны ехали. Хотя мы, блядь, тоже нормальные перцы-то. Так-то, да, Range Rover? Там просто кабанчик. Еще какая-то тачка была чисто... Пацаны серьезные были. GT63S. Четырехдверный. Гранд Чироки. Ну, старенький. Отлично. Так, P1 Макларен. Буханка Инкассация. Который, кстати, может быть только на свалке. Прадик 16-го года. И новый тюнинг еще для нескольких машин. Так, а мы на свалке тем временем. И что тут? Так, мы на месте. Такс-такс. Ну, что тут? Рассказывайте. Только вот боюсь, сейчас тут мало что можно найти. Как тут движуха происходит-то? Ну, я так и, в принципе, и думал. Я, блядь, в принципе, сейчас я через окно, типа, выпал или что? Кому нужен личный водитель? Нихуя себе! Таня! Танюшка, блядь, подрабатывает на Феррари. Нормально, блядь, нормально. Так, мусор тут выкидывают 7, 11, 14, 17 часов. Ага. Вот оно что. Здорово. Приветик, приветик. Так, нужно копаться в нем. А, прям так, да? Ну, я чувствую... Чувствую, что это, блядь... Нормально, да, движение, как бы? Гелик, блядь, в Брабусе, Range Rover. А у меня байба где-то валяется. Так, ребят, ну что, вот, собственно, свалочка. Значит, в определенное время здесь что-то появляется, я так понимаю. Где и как это происходит, соответственно, мне нужно уже... Видите, ну как, я мог знать? Вы понимаете, да, ситуацию? Я же чё? Я не мог попасть на сервак. Правильно? Правильно. Увидел, что, как бы, сказано в ченджлоге. Правильно? Правильно. Пробился. И на
нахуй, блядь, уже, и все закончилось вообще. Надо искать мусор. Понял. Ребят, ну, как бы, что я могу сказать? Как всегда, да, удача, уровень Булкин. Я называю это так просто всегда. Но лучше это делать, как я и говорил, в другие часы. Принял. Тогда приеду как-нибудь в другой раз. 7, 11, 14, 17 часов. Интересное время, конечно, но... Ай, блядь, так, ясно. Ясно. Ну, пацаны, вот так вкратце Булкин зашел посмотреть это самое. На обновление, да? Чё? Поиграл в футбол, приснилось. Покопался на свалке, померещилось. Чё там еще было-то? А, посмотрел новую графику. Показалось. Ну что, сейчас куда двинем? Да погнали, прокатимся. Ребят, мораль сей басни такова. Значит, просто, ну, удачливый пацан, да, как бы, в принципе, все, что можно сказать. Но ничего, я не расстраиваюсь, в любом случае, по крайней мере, знаете, ну, хотя, с другой стороны, вот реально, вот мне футбол интересно, как, то есть, видимо, до конца то ли еще не ввели, то ли из-за того, что, может быть, очень много народу интересуется, там тоже какие-то ограничения ставят, я же этого не знаю тоже, видите, я как бы, куда бы, блядь, я даже не пристег. Тихо, опасно, опасно. А, у него краш, понял. Ребят, ну что, в следующих сериях в любом случае мы все протестируем, все попробуем, то, что не попробовали. Поэтому, ребят, что могу сказать? Ситуация вот как бы, ну, такая вот, да, как бы, ну, пешочком. Погнали пешочком. Почему бы и нет? Как в 98-м? А, я понял. Тоже, почему бы и нет? Вы понимаете, да? Что я сейчас не зайду даже обратно. Ребят, вот так вот вкратце, да, взглянул на обну. Ну, реально, я не расстраиваюсь, все. Значит, давайте, наверное, в следующий раз я по футбольчику надо понять, что. А вот на свалочку в другое время обязательно загляну. И посмотрим, что там происходит вообще, что да как. Ребят, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилась серия, в которой я ничего не увидел, блядь. Вообще реально. Ну это обидно. Ну зато вы понимаете, да, вот всю ситуацию, как бы, типа, сколько я пытался, зашел, и по итогу, как бы, ну... Ну это я. Я не удивляюсь уже такому, как бы, поэтому это нормально. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.